Здраво будьте, люди добрые! Самый главный ресурс на нашей планете – это время. Это самое большое богатство. И умение правильно использовать время – это основа успеха. Итак, все древние люди, будь то майя, будь то Египет, будь то Китай, будь то Индия, шумеры, имели свои календари. И мы о них много знаем. А знаете ли вы о нашем исконнем славянском календаре, который сохранился как артефакт, он у нас в руках, это Каргопольские месяцы слов. Это настоящий древний календарь, где с помощью солнца наши мудрые предки знали, когда трудиться, когда отдыхать. И самое главное, с помощью этого календаря жизни вы научитесь составлять свою жизнь в ритме Солнца и Вселенной. Вы научитесь жить в гармонии с природой, с самим собой, со своим родом. Именно в современной жизни нам необходимы вот эти знания наших предков, которые дошли до нас. Мы раскроем вам не только тайну древнего календаря жизни, мы еще расскажем вам о богине Мокоше и ее 12 пятницах. Дорогие родичи, переходите по ссылке под этим видео на наше мероприятие. С помощью древнего календаря жизни вы обретете в современное время богатство, радость, здоровье, счастье и удачу. Сила в завете предков.